Привет, друзья! Если вы помните предыдущее видео, где я говорил, что я хотел выпустить свою криптовалюту, но я отказался, потому что для этого нужно не только знание, но и средства. Вы можете сказать, что я вас обманул, но все-таки я вам хочу рассказать, почему. Я хочу вам представить свой проект. Вы можете на экране видеть сайт Pirate Cash, ссылочка на него в описании. Здесь довольно такое шуточное описание. Но, в принципе, здесь есть и доля правды. Вот это приложение. В данный момент я его тестирую. Запуск сети будет произведен 3 ноября 2018 года, приблизительно 8 часов по киевскому времени. На сайте Pirate Cash вы можете видеть countdown. Данный счетчик показывает, когда же будет трансляция. Почему именно трансляция? Во время трансляции я не только хочу запустить криптовалюту, я хочу показать сообществу, каким же образом происходит этот волшебный момент именно запуск криптовалюты. А во время трансляции будет розыгрыш, где я разыграю часть криптовалюты, которую я добуду вместе с вами в прямом эфире. И почему же эта криптовалюта лучше других? И почему я считаю, что она будет лучше? Я думаю, что вы обратили внимание, что кто первый начинал заниматься криптовалютой, тот же самый биткоин, лайткоин, в самом начале они получили большие объемы крипты, и объем майнинга постепенно уменьшается, увеличивается сложность сети, и стать участником сети практически невозможно. Поэтому в моей криптовалюте я предусмотрел следующие этапы. В момент запуска крипты, учитывая, что о этом проекте сейчас знают немногие, сайт не настолько сильно популярный, он еще не проиндексированный. Я вот стараюсь с помощью своего канала рассказать о своей криптовалюте. И поэтому в начале, сначала количество блоков, которые будут создаваться, они будут иметь малый объем награды. Потом постепенно награда будет увеличиваться. Это будет Proof of Work, и как во всех других криптовалютах. Но дело в том, что Proof of Work нужен только для того, чтобы создать первоначальную денежную массу, чтобы потом Proof of Work заменить Proof of Stake. Награда будет постепенно увеличиваться до определенного блока. Потом эта награда будет постепенно уменьшаться, и Proof of Work он будет отключен на сети. И будет работать Proof of Stake. В отличие от других валют, где есть Proof of Stake, такие как Novacoin, Crave, например, тот же самый Matcoin, в них генерация блока она бесконечная. Соответственно, объем денежной массы, которая создается, она не ограничена. И в результате вы понимаете, что денежная масса будет постоянно увеличиваться. И хорошая идея именно Сатоши Накамото, когда он решил ограничить валюту в 21 миллион. Но я думаю, что, во-первых, 21 миллион это недостаточно, потому что часть денег была успешно потеряна. Так вот, что мне не нравится, например, в проекте Bitcoin, это то, что для работы сети нужно, чтобы у вас был какой-то ASIC, и со временем это начинает потреблять очень большое количество энергии. Все прекрасно знают проект Dashcoin, но дело в том, что Dashcoin, он не имеет Proof of Work, то есть есть мастерноды и есть обычная генерация. Я же хочу, чтобы в моей криптовалюте генерация была только монетами. Монеты, которые долго не перемещаются, так называемый Proof of Stake, они создают новые монеты. Но дело в том, что награда за создание монет, она будет со временем тоже падать. И в результате потом, в дальнейшем, награда будет получаться за счет комиссий, которые есть внутри системы. Более детально вы сможете увидеть это на трансляции. Ссылочка на трансляцию будет на моем канале, а также можете зайти на форум Bitcoin Talk, почитать, оставить свое мнение, что вы думаете по этой валюте. Не забывайте оставлять комментарии под этим видео. Ну а я вас всех ожидаю на трансляции 3 ноября в 20:00 по киевскому времени. И до встречи на прямой трансляции запуска новой криптовалюты Pirate Cash.